You are a part of this place. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в темнейшее подземелье. У нас успехом увенчалось уже два похода в эти самые темнейшие подземелья. И на очереди третий. И это мучительно долгий данж. Четыре у нас будет связки хвороста, чтобы устраивать привалы. И это живот чудовища. Враг велик, тело его тянется во все стороны, и разить его нужно изнутри. Пройдите через лабиринт и доберитесь до его пульсирующего сердца. У нас выбор не столь широк в плане персонажей. Часть уже их погибла. У нас, кстати, и скримеры появились и тому подобное. Допустим, ну-ка, скример. Где вы? Скримеры... Здесь есть скримеры на персонажах, скримеры на том... А, вот, допустим, да, оп, проскочил. Ну и здесь вот, да, оп, Альфред. Периодически на каком-то персонаже бывает вот этот вот образ чудовища. Ну и в каком составе мы пойдем? На первой позиции будет Персия. Персия, он не имеет отрицательных черт. Я надеюсь, что это как-то сыграет свою роль, и он, если даже будет сходить с ума, то он... душевный подъем сработает. Возможно. Возможно, нет. Пряжка стрелка. По этой же причине здесь небывалое мастерство. Вообще, расчет... небывалое мастерство и чистка оружия. Расчет вообще на него, как на дамагера. Дальше идет Нергард. Нергард у нас будет... Оп-оп-оп. А как он будет... 164 глушить. Так, а может ему дубинку все-таки дать? 164 будет 200 шанс, да? Я думаю, 164 хватит. Вроде как у них там не такие огроменные шансы были. Мне хотя бы один раз глушить уже достаточно. Сойдет, ладно. Здесь меткость и уклонение. Но я думаю... Наверное, стоит все-таки дать вот эту вещь где-то. Пам-пам-пам-пам-пам. А, вот. Немножечко урон. Апнуть. Блин, стресс тогда входящий увеличивается. И тут десятка, двадцашка. Ну у нас куча привалов. Надеюсь, мы как-то сможем со стрессом бороться. Ну и здесь он у нас будет дебафы вешать, если что. Опять же, минус урон, офигенный дебаф. Он может не слабо так помочь. Ну, а также бездонная артиллерия. Плюс дополнительный урон по мистике. Вообще прекрасно. В общем, два котелка у нашего оккультиста. Такой набор получается. Ну и Перси, конечно, будет ориентироваться на неприцельный выстрел. И уклонение у него здесь плюс 15, когда факел более 75. То есть у него будет 45 где-то уклонение. Здесь уклонение 42, здесь 42. Ну, здесь только 30-ка. Такая пати в уворот. Они, по идее, должны меньше стресса ловить, потому что уворот, он также от стресса защищает. То есть, если бы атака не прошла по нам, то мы и стресса не получаем. А, по лагерным навыкам. Все, взяли. 4, 4, 4, 4, да. Все, вроде взяли. Ну, давайте отправляться. И аж 4 связки хвороста. Офигеть. Я лопату не могу выкинуть. А кто у нас лопату берет? А, могильная эта расхитительница. Твою мать. Вот зачем мне лопата? А я могу еще купить лопату? Оп-оп. Не могу. А, вот еды мне много понадобится, это факт. Яд. Противоядие, да? Защита от кровотечения по-любому понадобится. От всяких ослаблений. Факелов явно много нужно.
Твою налево, а? Так, еда, извини. Но мне кажется, что мне больше понадобится? Противоядие, быть может. Я так понимаю, яд там все-таки будет. Еда. Лопата, вот зачем она? И нельзя никак выкинуть, только могильную воровку это не брать. На пару с этой лопатой. А, свет. Надеюсь, оно как-то так будет работать. Погнали. Бесконечные каменные залы — лишь начало. Существо невыразимо огромное, и биться с ним надлежит изнутри. Мы где-то во внутренностях этого жуткого создания. Переступите порог и дайте кошмарной правде проникнуть в ваше сознание. Угу. Погнали. Так, безвратные врата, сводящие с ума ход в мир, который никогда не постичь человеку. Да, и тут... Тут все очень печально, судя по заднему фону. Хворост я не могу, я хотел сразу же бафнуться. Ё-моё. Какие-то кишки, какая-то фигня происходит. Да, сурово. Крайне сурово здесь. Пошла разведка. Так, давайте хворост сразу потратим. Чуть-чуть еды. Мы делаем просто баф. Баф чистку оружия. Мастерство. Дальше. Ты у нас что умеешь? Стресс снижать. Это не нужно. Так, ты у нас, наверное, что-то умеешь. Так, терапию, может быть, сделать. У тебя что осталось? Только герои. Ага. Ну, терапия, минус 10 урона от стресса входящего. Тоже вариант. Тут минус 10 урона от стресса. Больше ничего не можем. Так, а что тут? Изготовление припасов, шанс разведки. Давай кражу. Если вдруг останется опять единичка, хоть что-то изготовить, это полезнее, чем ничего. Не знаю, да, допустим, вниз. Посмотрим, что нас будет ждать. Да, вот эти гадости, которые травят. Да, вот сразу, сходу просто. Не навешивают. Не слабо так. Сильный кашель. Тоже травит? Нет? Удивительно. Ты глушить умеешь. 4-6. Эту фигню заглушить, чтобы она не ударила. Не знаю, что она сделает, но, наверное, не стоит ей давать это делать. Сколько ходов? Ты еще два хода, пипец. Подлечись. Отличный хил. Бывает и такое. Так, эти гадины быстро ходят. Стоит, наверное, зафокусить которую какую-нибудь. Это еще и баф к себе, да? Оттолкни, да, пофиг вообще. Загрызть. Да, у ворот у них 9-17. Отлично. Так, Перси. Нет, Перси не хочет. Ты уже походила, но в тебя, тем не менее, имеет смысл закинуть. Я думаю, Перси вперед от пиявки походит.
maintain the offensive. Кашель опять. Неважно. Что мы можем уклонение срезать? Что режет уклонение? Вот эта фигня режет уклонение. И все. Так, не-не-не. Что я делаю? А ты обменяйся с этим. Так. Ну, неплохо, ладно. Первая стычка в нашу пользу. Но учитывая, что у нас 4 костра, я даже не представляю, каких размеров здесь карта. Наверное, каких-то мега-огроменных. Ну и я знаю, уже наслышан, конечно, про здешних существ, которые умеют телепортировать. А давайте вниз-вниз. Когда им грозит какая-то... О, вот, да, гигантская киста. Так-с. 37, отлично. Ух ты ж, я ее аж туда вытолкнул. Жесть какая. По идее, эту пиявку имеет смысл, наверное, убить. Так даже, да? Эту мелочь могу убить? Пока что-то не очень. Я могу ей уклонение срезать, чтобы ее кто-то другой добил. Ух ты ж, это зря. Так, окей, хотя бы извернулась. Просто расчет на то, что она, возможно, будет призывать или нет. Так, уклонились, отлично. Защита и уклонение здесь есть. Что, уклонение срезать? Зачем? По отметке будет больше бить у нас, ребята, да? Давайте сделаем. Перси у нас вперед и так продвинется. А тратить ход просто так, чтобы передвигаться. Иди. Да, призыв пошел. Тебя бы убить сходу. В идеале. Так, не извернулся, жаль. Так, собака, тебе бы вперед уйти. Давай вот так меняться. Минус 20 уклонения. Поличи лучше. На всякий случай. Знаем, и твои хилы бывают на плюс 2 и на плюс 1, там тому подобное. Да, он призывает, и надо убивать фигню, он будет ход на призыв тратить. Блин. Сейчас опять с этой обменялся. Неудобно. Но уклонение тащит. Пока что тащит, во всяком случае. Ау, что-то совсем ни о чем урон. Так, она от кровотечения умрет, это, конечно, здорово. Давайте поменяемся все-таки уже наконец. И, возможно, срежем урон этой гадине. И минус 40 урона, это все-таки довольно неплохо. Минус 20 урона, еще дебаф вешает. Расщепление. Это яд, по всей видимости. Но не зашло. Так, давай-ка еще и урон срежем. Она тогда вообще безобидной будет. Минус 80 урона. У нее как бы защиты особых ни к чему нет. Вообще круто. Еще можно и оглушить постараться. Вообще супер. И стрелять. Ну, как бы, Перси, я тебя жду-то каких-то более крутых атак. Что это за фигня? Да, в этой позиции только глушить.
Так, мне по идее вот эту фигню надо убить. Она уклонилась. Это плохо. Два рожде. Вообще плохо. Так, защита от оглушенницы у тебя, да? Твою налево, вот если бы кто-то из предыдущих попал, было бы все хорошо. А, он сам себя полечил, ну фиг с тобой. Перси когда-нибудь начнет критовать, я верю в это. Давай-ка глушим. И дайте кому-нибудь убить вот эту гадину. Киркой, допустим. Такс. Тут уже надо добивать всем, чем есть. Это же мистика, мистика. Это к тому же животное. Его еще и собаки должен грызть. Так, теперь эту надо же фигню убивать быстро. Подрезали. Да, тентаклями этими. Еще чуть-чуть не добили. Отлично. Призывчик. И нам надо эту теперь быстро убить. Супер. Так, осталась одна эта. Кто-то вообще. Белоклеточный стебель. Что это вообще за имя было? Так, ну разобрались. Не так и сложно. Фу, напряжно. Так, кого мы можем встретить в комнате? Никого, да? А вот куда идти тут вообще? Фиг бы знал. Пойдемте вниз. Пока вниз идем. А, вау-вау-вау, не назад, а вниз. Тупо вниз пока что. Там будет видно. Так, нам нужно задействовать один путеводный огонь. Так, голод, здравствуй. О, так, у вас сколько скорости? У вас много скорости. Гончая плоти. Это не очень. Это очень не очень. У них еще и уклоненница. Давайте кому-нибудь уклонение из них срежем. Допустим, тебе. Тебя, может быть, оглушит собачник наш веселый. Попробую глухануть. Отлично. Тебя убить бы. Щелчок, это что? Это не важно. Уклонение тащит. Парализующая жидкость. Ага, все ясно. Делает то, что и должна делать. Парализующая жидкость парализует. Так, глуши эту гадину. Упс. Так, ну хорошо, нас пока что у ворота спасают. Прям неплохо, смотрите, так спасают. Блин, думал дорежу, ну ладно, не судьба. Не, он упорно пытается подбить. Но как-то у него пока не очень задалось, а вот... Расхитительница у нас страдает. Да, и хилим ее вообще не очень. Крит напал, Стас, супер. Супер крит просто. Так, сюда тебе защиту. У тебя еще плюс 25 уклонения. Просто хочу тебя полечить. Поменяйся. Так, дадите полечиться, нет? Эти тоже полечитесь. На 5. Но это... О, еще и кровотечение. Вообще несерьезно.
Давай-ка. Вылечим это дело. И надо уже убивать. Какие у нас тут варианты? Толку ждать подкрепления вражеского. А тут просто покушать, что делать. Блин, еды, конечно, мало. Пойдем так. Я чувствую, но мы тут долго бродить будем, потому что огромная все-таки эта местность. Огромный данж, опять эта гадость. Гигантская киста. Где вот крит на полста, когда он нужен? Давай-ка мы вот эту вот пиявку. Ну, не пиявку, я не знаю, что это. О, он еще отличился. Вот опарыш. Оглушить хотя бы. Это лишит его одного хода. Но здесь полечиться, да, супер. Амар лечит как нужно. Расщепление. Уворачивайтесь, ну что вы. Текс. Текс. 8 урона, ядрёно. Еще и кровотечение. Вот типа мало было, да, ему? Страданий. Твою налево, вы убьете, нет эту фигню. Так. Расщепление, увернись, да, началось, поймал яд. Так, что у нас тут, 3 урона еще будет, 1 ход, это не так страшно. Главное вот эту фигню опять убить. Оглушить эту гадость тоже немаловажно. И как-то с этой разобраться. 9-17. Вот как-то так. Теперь главное хилы неплохие получать. Так, призыв пошел. В смысле, что ты так много ходишь-то? Что вообще вы все ходите? И почему вы все бьете... Расхитительницу, это вообще не очень. Как-то так. Ну хотя бы более-менее отхил зашел. Да. Не, ну серьезно. Вот больше бить-то вообще некого. Еще минус урон. 37. Ну не полста, но все же. Давайте еще и глушить до кучи. Опять на 15. Неплохо. Так, ты призывы будешь делать? Какой-то фигней страдает. Да неужто? Может, с пистолета бахнуть? Тыкс. А потом тыкс. А ты глушим. Так, глушить дадите, а? Супер. Лучше полечиться, пока что есть возможность. Сейчас будем думать, как убить эту почку переросшую. 15. И вот так, супер. Ну и все вроде. Можешь вперед идти. Призывчик, но мы, тем не менее, справляемся. Успеваем, по идее, да? Да.
Сама по себе-то ты ничего не сделаешь. Сюда еще лечение. И киркой в лицо. Ну, более-менее. Не идеально все было разыграно, но ладно, терпимо. Где этот костер? Ой. Тут еще, смотрите, разветвление. Давайте еще вниз пойдем. Просто есть подозрение, что где-нибудь в углу. Может, правда, и в этом, может быть, и в другом. Но кто бы его знал. Не проверим, не узнаем. Так, надо разжигать у меня, потому что кое-какие вещи зависят все-таки. В частности, вот маскировочная накидка дает плюс 15 уклонения, только если факел более 75. Вот теперь у нас интересный выбор. Пойти вот сюда влево или вправо, опять же. Я вот даже не знаю. Не знаю, давайте сюда сходим. По большому счету, это без разницы. Блудить нам тут долго. Так, что-то вообще не важно. А, вообще и вытолкнуло. Не очень вовремя. Да, совсем не вовремя это произошло. О, еще и сопротивление. Ну, какие у нас варианты? Резать урон. Чтоб это было все не так болезненно. Почему-то вот эту расхитительницу могил они как-то особо не любят. Чё? Серьезно, да? Перемещение. Нас отфутболили, смотрите, куда. Ага, здесь был, по крайней мере, тупик. Хорошо, что я сюда не пошел. Или хотя, может быть, сейчас откроется часть карты. Но странно. Странно все это. Да, они почему-то все эту расхитительницу терпеть не могут. Просто какой-то лютой ненавистью. Давайте тебя оглушим, чтобы ты не ходил. Ух ты ж, притягивание. Слабый отхил. Да ладно, еще на 20-шку крит урон. От каких-то долбанных собак. Давайте хотя бы эту загрызем. Вообще, наверное, нужно будет привал делать по-хорошему-то. Такс, еды-то у нас немного, да? Да. Пойдемте, отфутболили нас. Привальчик где-то по дороге сделаем, потому что бафнуться нужно. Тут я еще чувствую, что какого-то урона не хватает. Можем сюда вниз пойти, допустим, а не в эту сторону. Я не ожидал, что эта фигня может просто так от балды сделать телепортацию. Но оказывается, что может. Или может просто тупо вправо пойти. Ну или давайте вниз прогуляемся, почему нет. Я, конечно, сейчас себе голод нагуляю такими темпами. И факелов-то не бесконечно множество. И это нас приводит к тому моменту, что если мы довольно быстро не найдем все-таки этот огонь путеводный, то у нас проблемы будут. Очевидное. Давай еды немного потратим. Здесь у нас чистка оружия.
и мастерство вот это вот. Так, полечиться бы надо. Серьезно? Стремное лечение, да. Ну тут стресс немножко снимем хотя бы. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow. Пойдемте сюда прогуляемся. Кто его знает. Может здесь нам как-то полегче будет. Что сомнительно, конечно, но вдруг. In Radiance, may we find victory. Капец, три собаки, да, легче. Критани. Твою мать, а зачем тебе бафал? Чтоб ты вот фигней страдал. Сейчас начнется. Урон. Притягивание. Так, хотя бы ты уклонился, и то радует. Уклонись. Зараза. Это очень плохо. На ноль полечить. Серьезно. Бафай себе уклонение, значит, ты у нас отъедешь. Тут как гадалки не ходи. Да даже убить не могут. Так, может по всем бахнуть. Ага, за старое. Такс. Давай тебя оглушим. Полечить можешь? Ну, аллилуйя, хоть как-то. Так, супер. Последний враг. Сразу глушим. Чтоб собака это не оказывала какого-то ожесточенного сопротивления. Отлично, на 22 отхил, почти фул. 14 здоровится. Да ладно, ну серьезно. Кто ж так бьет-то? Давайте-ка ее убьем нафиг. А, не, наоборот, все верно. А, это еще и тупик. Офигительно. То есть я абсолютно зря сюда зашел. Ну, пойдемте опять эту фигню убивать, что делать-то. Надеюсь, в этот раз нас никуда не телепортнет. А, ты еще и недобитая так и осталась. Ну, хоть что-то хорошее. Давай сразу тебе вот эту мелкую дрянь убьем. Если сможем. Походу, не сможем просто так убить, ладно. Сорок два, блин, вот почему не в эту? Серьезно, 42. Вот как. И все, теперь он долго не будет всякие вот такие крутые вещи делать. В виде таких крутых критов. У него это строгий лимит, насколько я понял. А, отлично, еще и пошли промахи. Эту дрянь, если быстро не убить, она же нам жить-то спокойно не даст. Давайте-ка. Ах, смещение, ну ладно, это пофиг. Нам бы убить тебя как-то. Может, пристрелить удастся? Да, о чем речь. Вот это да! Это жесткий урон. Да вообще не серьезно так бить. Да, все плохо. Все не очень. Твою мать, все еще хуже. Давайте-ка убьем. Просто. Просто ни в какие ворота. Хотя бы ты меня радуешь, хотя бы какой-то крит. Упс. Это да, это проблема. Так, хорошо, Амар. Вошел во вкус. Расщепление. С
Срезать бы ей, конечно, урон. Или критануть на полста, но не... О, опять ты перетусовал не очень суперским образом. Ладно. Смещение. Пристальный взгляд. Да. Амару сегодня не везет. Давай мы, по крайней мере, эту дрянь оглушим, чтобы она вторую атаку не сделала. Да лечись. Супер. И теперь эту убить гадину. Воссоздание. Началось вот это вот все. Так, киркой добьешь. Отлично. Пошел призыв. Так, нам бы оглушить. Супер. Стрессик сняли. Не, ну серьезно, вот ни разу не кританул. Как так и надо. Оглушить я сейчас не смогу. Давайте попытаемся кого-нибудь защитить. Вот тебя часто бьют. По идее, защита двух. И здесь будет уворот нереальный. И там все будет неплохо, по идее. Началось. На 16, серьезно. И ты еще сам себя хилишь. 30 здоровья отхилила, гадость, а? Кто так делает? О, еще и оба извернулись. Ну, супер. Да ладно. Там просто уворот же нереальнейший был. Как ты попадаешь-то, а? Теперь они решили в косых играться. Эти отвлечиваются активно, а мои забили попадать. Отлично, хотя бы убили. Но урон наносить бы тоже не мешало. Хоть какой-то. Смещение. Ну, смещение безобидно достаточно. Оно все равно нифига не работает. Никуда что-то не смещает. Вот, зато я смещаю не вовремя причем. Так, вот эту крикозяблю надо опять убивать шустренько. А шустренько-то не выходит. Здоровья. Так, она еще и лечится. С ума сойти, на 22. Мы так с ней долго воевать будем. Кто кого тут позалечит. Эй-ка, урон порежем тебе. В принципе, полезный навык. И одну атаку у тебя заберем. А, отлично. Тебя еще теперь полечить нужно. Для пущего счастья. А, призыв опять. Так, ну... глушим, да. Здесь пока что лучше полечить. Вообще собакой надо было бить сюда. Эта гадина мешает нам. Блин, опять вытолкнул. Вот это вот я как-то не очень люблю, когда он делает. А, супер, началось. Это еще больше не люблю. Так, культист тут у нас немножко терпит. Супер. Два промаха из двух возможных. Хотя бы Амар лечится нормально. Кто радует. Так, что у нас тут варианты? Надо загрызть вот эту фигню. Тут других вариантов особо нет. Этот лечится активно просто. Хотя бы не атакует.
Спасибо, игра. Куда меня закинула? О, супер. Я не против. А вот я против вот этих всяких отравлений, да. Ух ты ж, крит на полста. Какие варианты? 9.20. Бей сюда. Полечи. Так. Жди, собачник, не мри. Я думал, ты добьешь. Ну ладно, не судьба так не судьба. Ну, добить нужно хотя бы минус одного. Так, сколько там еще? Один ход, ладно. Я лучше амаром похиляюсь. Да, на 5, но все же. Так, от кашля извернулись. Супер. Блин. Так. Что мы можем сделать? Мы можем урон тебе срезать. На всякий, да? Ну и просто убить тоже вариант. Цикс. И каких же размеров это данж? Ну, допустим. Пойдемте смотреть, что здесь. Надеюсь, это нас удачно закинуло. Иначе плохо дело. Так, ну назад я точно не пойду. Нафиг нужно. Пойдем вправо. Голод. Так, бафы работают. Еще одну битву. Это минус, конечно. Тейкс. Крит. Не судьба. Хотя бы уворачиваться. Это важно. 3-5. Вообще, уклонение надо бы срезать. Так, если подумать. И убить вот эту пиявку. Я, конечно, сейчас рисковал этой атакой, но я хотел эту поддамажить, эту добить. Только не притягивай, на, молодец. Такс. Иди вперед. Глуши эту гадость. Чтоб она пока не думала ходить. 35 крит. Неплохо. Так, ну, у ворота работают, это радует. Ну и здесь поменяться. Плюс уклонение срезать, чтобы уже гарантированно добить эту собачатину. Кстати, надо было полечиться, хотя у нас... В принципе, все неплохо со здоровьем. Давайте бафнемся в таком случае. Нам просто баф нужен, ничего более. Так, что еще можно задействовать? На всех спутников вот эту фигню. Собак-терапию, а здесь что-нибудь произвести. 2 единички еды. Это неплохо.
Такс, ну погнали. Я боюсь, если мы скоро не найдем то, что мы ищем, то дела наши пойдут резко хуже. И вот это не очень хорошая компания. Так, кританнуть бы, ну не судьба. Не в этой жизни. Сейчас начнутся травящие атаки. Изгнание? Так, только уворачивайся, да, спасибо. Надо... Да, почему вы одного-то фокусите? Жесть. Давайте так сделаем. Надо лечиться. Как бы без вариантов. Надо хотя бы одну собаку добить. Чтоб меньше урона в нас влетало. Так, хорошо. Ну, более-менее. Может, выстрел? Это не так, чтобы дико эффективно. Здесь пока что опять встаем вот эту позицию. Будем такой тактикой пока что пользоваться. Потому что мне нужно вылечиться, да, конечно. Окей. Выстрелы здесь неплохо заходят. И опять же сторожим. Сторожим нашего бандита, которого кто-нибудь когда-нибудь похилит. Отлично. Минус. Теперь сюда оглушение вбить, и будет вообще неплохо все у нас. Так, ну киркой, безусловно. Такс. Мимо. Отлично. Еще на 12 полечились. Тоже полечись. И теперь нам надо по-любому добивать быстренько. Надеюсь, я первее хожу. Да, отлично. Но это была неприятная пачка. И вообще ситуация. Блин, факелов. Ну, факелов не так страшно. Их еще достаточно много. Куда только переться. Твою налево, ну серьезно. Тут еще обыскивать и обыскивать, по ходу пьесы ходить. Что тут у нас? Отлично. Критания. Спасибо. Да, единичку. Один хитпоинт не досняли и сразу все идет не по плану. Так, ну тут можно оглушить, тут можно тупо убить. Тупо убить, наверное, лучше, да? Как-то так. Кто уходит, атака? Добьешь? Отлично. Щелчок. Да, урон. Ну ладно, глушим тогда тебя. Какие у нас варианты могут быть? Нет, слишком дофига урона. Давай так. И глушим. Тут главное, чтобы нас Амар не подкачал. Амару нужно. Ну вот, неплохо. 14 вполне себе годное лечение. Помним про печеньку, если эту здоровую фигатню встретим. Надо печеньку юзать, собаки, ну. Нергард, кто-то у нас там, Нергард, да. Но как пойдет. Тупик. По крайней мере, мы размеры видим, да, они нифига не маленькие. И где этот огонь сигнальный? Конечно, вопрос.
тут еще. Пойдем сюда. Идем вверх. Мне кажется, он должен быть где-то с края, по логике. Но вот не факт, что здесь такая логика. Так, можем полечить. По идее, даже нужно это бы сделать. Так, минус один пес сходу. Ну, это увороты. Где уворот? У вас же уворота немерено. Почему вы не уворачиваетесь? Так, комар, красавчик, лечит и лечит. Не надо уже добить тебя. Ну да. Хм. Неплохо, неплохо. Живем. Так, по факелам еще есть факелы, но не огромное множество. Стресса мы вообще практически не наполучали. Твою мать. Это не очень. Бежать с поля, я думаю, бессмысленно. Сюда можно, допустим, той же телепортации закинуть. Это и стресс получать как-то не хочется. Поэтому будем пытаться убивать. Главное, чтобы вы уворачивались хотя бы периодически. То было хорошо. Так, этих двух подбить. Твою мать, надо было кого-то точечно фокусить. То в итоге ни того, ни этого. Ну ладно. Не совсем по плану, но более-менее. 9 урона, серьезно. Еще и закинуло. Черт, куда? Это, конечно, не проблема, но неприятно. Да, он отлично глушит, даже без предметов дополнительных. Потому что у него базовый шанс довольно высокий. Давай тебя полечим, почему бы и нет. Но на второй раз уже поменьше, конечно, шанс, что мы оглушим, но он есть. Фейкс. И у нас вверх потащило, да? А огонь может быть где-то в центре вообще. Какие варианты там могут быть? Та-та-та-та-та-та. Ну, пойдемте вверх пока что, ладно, фиг бы. Так, у нас бафы с этого спали. Ну, что-то я как-то не очень, если честно, прочувствовал эти бафы. Как-то вяло. Даже так. Ну иди сюда. Сколько у нас один костер остался? И у нас еще масса проблем, походу. Что-то мне подсказывает, что он, скорее всего, в центре тогда как-то. Как-то так должно быть. Твою мать, ну вот ты нашел время мазать. Главное, чтобы нам всего хватило. Иначе будут проблемы. Терять персонажа просто потому, что мы не нашли огонь это сигнальный. Ну, если придется сбегать вдруг. Это очень стрёмная тема. Нам надо искать изо всех сил. Так, притягивание. Вернись. Нет, конечно. О, нифига себе. Не слабо так затянуло. Так, ну добей. Твою налево, ну серьезно. Хорош мазать.
Так, кровотечение. Да. И фраг. Так, мы опять в тупике. Блин, а вот куда идти? Пойдемте в центр, попробуем пройтись. Что-то у меня такие подозрения вдруг закрались. Твою нафиг. Опять эта киста переросшая. Да, опять отбросила. Не лучшее, что могло произойти. Здесь лучше всего, конечно, полечиться, пока есть возможность. Пока нас за это не наказывают никоим образом. И эту пиявку надо все-таки убить как-то. Твою мать, ну ты бы хотя бы пыталась увернуться, что ли, а? Ну, а, конечно, теперь все будут фокусить. Расхититель. Твою налево, ее еще перетащили. Так, ну ты можешь... Блин, я не хочу с ней смещаться. Нет, я хочу смещаться. Ну просто это на первой у нас позиции внезапно оказалось. Это внезапно плохо. Надо как-то теперь перетусоваться. Как это сделать? Надо ей навык какой-то дать, который позволит отскакивать. У нее есть, тем более такие. Так, хотя бы разбойник вертки попался, и то радует. Амар. Такой амар. Чё за полечил, как украл. Ну давай-ка лучше с этой фигней разберемся. Так. Все. Вот так вот. Теперь тебя полечить бы. Неплохо было. Такс. Конечно, в кого же еще-то? Надо ее срочно лечить, иначе она прям у нас втерпит. На 17. Неплохо. Минус одна эта гадость. Сюда крит. Призыв. Блин, а? Как вы меня калите, а? Кто бы знал? Вообще, вот мажут они у меня. Ну, чё за дела-то, а? Серьёзно. Тебя, по идее, глушить надо. С другой стороны, тебя надо убить. Вот что делать? Плохо, что у него еще выстрел отталкивает. А в данной ситуации это нафиг не нужно. Но он отталкивает. Серьезно, надо было лечить. Вот хочешь как лучше, получается как всегда. Еще туда урона, чё бы нет. Неужто критануло нормально? Тут без вариантов надо отлечиваться и расхитительницу лечить. Не взлюбили они эту пакость и решили критовать наконец-то. Даже решает не призывать. Два призыва на одном ходу не может быть, по всей видимости. На ноль. Отлично, еще и кровотечение давай, чтобы уж совсем нормально все зашло. Глуханули.
Так, мы убьем эту гадость переросшую когда-нибудь. Когда-нибудь, наверное, да. Я не хочу, чтобы она меня телепортировала, поэтому надо ее как-то побыстрее убивать. Потому что телепортировать она может черти куда. Только вот не надо отталкивать, блин. Может быть, его на второй позиции держать, он все равно не критует. Но зато отталкивает, это плохо. Как ни странно. Давайте эту фигню опять убивать. Давай даже. Нет, я на первую позицию не хочу просто идти, потому что ну нафиг. Сколько можно? Так, по крайней мере не смещает. И то радует. Это начала лечиться тварюка. Веселье. То еще веселье. Пам-пам-пам. Но тут имеет смысл наперед выходить. Он решил меня притянуть, только непонятно куда, но решил. Так, что у нас какие варианты? Тентаклями этими бить смысла сейчас я особо не вижу. Давай пока вылечиваться. И да, надо было печеньку съесть собачнику веселому. Все было повеселее, наверное. 6-13. Нет, надо фокусить. И так не убили, правда. Вообще никак не убиваем. Зачем? О, даблкил. Ну, собаки не такие страшные. Они, правда, дамажные, это да. Блин, Амар, ну серьезно, на ноль. Сколько можно? О, двадцашка. И тут уже добить нафиг и идти, а? Поход это будет самый долгий поход вообще, какой только мог быть. Что черт его знает. Мне кажется, в центр все-таки стоит идти. Потому что по краям походу нет. Ну вот эти края обошли. Может быть вот здесь внизу, кстати. Сейчас как-то туда и пойдем. Что-то у меня такое подозрение появилось. А вдруг там? И возможно стоит последний этот привал сделать. Вот сейчас, наверное, придется его делать. Так, началось еще вот эта всякая трава. Только не выталкивай. Отлично. Так, ну, лучше не лечить, да. На ноль. Так, можем сразу двух подбить. В принципе, в данном случае это выгодно, чтобы какой-то следующей атаки уже убить. Если получится, правда, да? Оглушили. Офигеть. Так, какие у нас варианты? У нас вариант бить и глушить самому. Да. Учитывая, что у меня шанс был довольно неслабый на оглушение, очень странно, что мы не оглушили. Твою мать. Промах, супер. 6-13. Так, надо просто добивать. Тут варианты могут быть. Да, это гадкой тентакли своей. А, еще оглушила. Это вообще плохо, да. Это очень, очень и очень.
Давайте нам на собаку рубанем. Амару. Амару как-то не очень все, да? Давайте пока защитку сделаем. Да, он, к сожалению, даже не полечить ничего не может. Это очень плохо. Этот тоже отморозок попасть не может. Тоже плохо. Да, все как-то не очень. У нас все позадамажены. И что-то с этим как-то делать нужно. Давайте, по крайней мере, собаку рубанули, да? Здесь пока что поменяемся. Здесь имеет смысл лечиться, только лечиться как-то более активно, чем вот на эти копейки. Твою мать, столько урона. Да. Так, неплохо. Тоже неплохо, но придется все равно убивать эту гадину. Так что она может больше гораздо урона нанести, чем я могу сейчас вылечить. Капец. Вот куда идти? Неужто в центре где-то, а? Неужто такая страшная логика? Стоп. Давайте-ка все-таки привал устроим. Нам еще что-то кушать нужно. Хоть как-то, хоть когда-то. Чистку оружия. Так. Еще нам нужно полечиться. Так, 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 так. Что ты можешь? Давай какие-то припасы изготовь. А, ты два раза ты не можешь, только один раз. К сожалению. Я думал, можно юзать эту способность. Как-то пользоваться ей. Но идем в центр. Вдруг да там. У меня факелов-то последние. У меня такое ощущение, что все-таки вот здесь. В самом низу, в центре. Пойдем туда. Ну, просто я не знаю уже, какой логикой тут надо руководствоваться. Возможно, такой. Твою мать! Вот этого я не ожидал. У него же мега жесткая атака есть, за счет которой она может мега жестко накостылять. Поэтому его надо глушить срочно. Да, надо уклонение срезать. У него слишком дофига уклонения. Он нас просто порвет. Твою мать. При смерти. Оглушишь? Супер. Хотя бы что-то. Я не ожидал такую гадину здесь встретить. Может, это хороший знак все-таки, что мы более-менее на правильном пути. Так, а ну-ка стойте так. То он вдруг еще что-то вытворит. Ничего он больше не вытворил, но он достаточно успел натворить на самом деле. Теперь дела совсем не очень. О, вот он огонь. Так, отлично. Теперь дожить до этого счастливого момента как-то. Твою налево, ну не начинайте, а. Хоть что-то хорошее. Только толку, если мне сейчас накидают. Не слабо, причем могут накидать.
Так, началось. Перси, живи. Если он склеится, то будет совсем не очень. Так, а ты еще, гадина, будешь ходить, да? Так, хорошо, что не в Перси. Так, собачнику надо съесть печеньку, это определенно. Так, здесь нужно полечить вот эту гадость. Твою налево, ну вот урода, а. Чё ж вы мазать-то придумали? Давай хотя бы глуханем раз, потом печеньку съедим. А, даже так. Вообще. Вообще супер, меня выкинуло. Нет, ну серьезно, да? Это супер. Ну ладно, у нас там бой не лучшим образом начался. Сейчас, правда, не факт, что будет лучше. Вот вообще не факт. Мы сейчас еще по дороге где-то огребем. Да, супер. От этих я запросто отгребу. Может бежать? Просто нам в таком бою ловить особо нечего. Ну и бежать, опять же, смысла особо немного. А, пам-пам. Так, полечи. Полечи. Тут, по идее, вариант такой, конечно. Что еще делать? Твою мать, может быть бежать. Brink, твою мать. Твою мать. Бежать, 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 Блин, бежать тоже не вариант. Чё делать? Как-то убивать, а как убивать? Чтоб я знал, а? Здесь хотя бы у ворот сделать. Потому что иначе вообще никак. Твою мать, ну серьезно, еще и глушит. Это очень не очень. Уворачивайся, умоляю тебя, чувак. Так, там же защитка, да? Только толку с этой защитки, когда нас сейчас порвут просто. По крайней мере, увернулся, отлично. Давай глушить вот эту всякую. А нет, нам тут глушить вообще не вариант. Вообще бы хорошо бы, но это нам ничего хорошего не даст на самом деле. Поэтому будем как-то так действовать. Блин, а мои еще меня подводят. Не хотят убивать нормально. Твою налево. По крайней мере, уклонился. Окей. Так. Амар, я тебя умоляю, только лечи нормально. Ну, давай по всем. Это более хороший вариант, как по мне, да? Супер. Теперь эту гадину оглушить, отлечиваться. Можно киркой в лицо стукнуть. Можно оглушить. Отлично.
блин, конечно, отличиться совсем ни о чем. Ну, что поделать. Себя полечи. Тут надо бить, надо бить. Какие варианты еще могут быть? Пока какая-нибудь подмога не пришла и все стало совсем плохо. Фу. Напряженненько так. Мы знаем уже, где этот долбанный свет, но сейчас, скорее всего, мы еще пару битв встретим на своем пути, и тогда все будет совсем плохо. Нет. Вот здесь главное, чтобы ничего не было по дороге. Тогда еще что-то у нас может получиться, но, конечно, нет. Супер-мега-крит. Почти супер-мега. Сейчас будут страдания. Не надо вот. Только не сдохни. Твою мать. Если он сейчас умрет, это будет очень подло. Просто в миллиметре от победы умирать как-то не очень хочется. Вот эту гадину убить. Это уже что-то. А ты у нас делай защиту сюда. Хотя бы как-то урон будете терпеть. Хоть что-то. Хоть какая-то польза. Сами бы еще дамажили, конечно. Было бы как-то повеселей. Но не отказываются. Так, уворачивайся. Только уворачивайся, иначе вообще все плохо. Да, они вот нифига не бьют. Это плохо тоже. По любасу. Тут ни о никаких атаках вообще речи даже не идет. Нам просто выжить, просто выжить. Просто дойти. И еще нас могут опять оттуда телепортировать. Я тогда вообще не знаю, что делать. Главное не дать этой долбанной почке жить. Вот наша цель. Так. Просто на волоске. Главное, чтобы еще Амар бы полечил нормально. Но он что-то как-то отказывается это делать. Это минус. Так, ну вот уже что-то. Теперь можно глушить тупо собаку. Да. Давай глушить. И... еще разок полечить не мешало бы. Ну хоть что-то. И я думаю, мы не будем пользоваться его выстрелом. Нафиг нужно. Он оттолкнет, это опять будет невыгодная для нас позиция для борьбы. Еду мы съедаем сюда. Зажигаем последний факел. У нас все, у нас уже все, что могло, закончилось. Но нам каким-то чудом надо убить эту гадину. А, она уже раненая. На голову причем, походу. Че за сходу такая атака жесткая в нас? Зачем вообще? Ну, походу придется так делать все равно. Так, ладно, пофиг, это мы переживем. Отлично. Амар. Хотя бы себя лечит, и то радует. Теперь надо быстро эту тварь ушатать. А, еще не прошло, да, супер. Вы серьезно, чуваки? Мне вот это не нравится. Нам бы надо бы убить. Если нас телепортнет отсюда, это будет вообще пипец. Блин, я еще забыл опять эту сделать. Я тебя молю. Оглуши. Супер. Ну, какой супер? Хоть какой-то супер, да? Такс. Более-менее живем.
Сейчас призывчик пойдет. Печеньку я когда-нибудь съем. Ходят легенды, что это произойдет. Бей. Так, смещение. Фиг с тобой. Выстрел не убьет тебя, заразу. А что тебя убьет? Тебя убьет могильная вот эта вот воровка. Тебя надо убивать с одной тычки в идеале, иначе все не очень становится. Так, один ход ты пропустишь, это радует. Концентрируемся на уроне. Концентрируемся на уроне. Что еще делать-то остается? Нет, я боюсь, что я опять вытолкну, и у меня опять какая-то фигня получится. А мне желательно эту фигню убивать гарантированно более-менее. Тут плохо то, что у меня вот этот гад. Только глушить можно на первой позиции. Но это же и хорошо, в принципе. Вот. С первой тычки это вообще офигенно. Бей. Просто бей. Нам нужно как можно больше урона, это важно. Тут главное, чтобы они сейчас не начали активно сахатить. Тогда у нас есть какие-то шансы. Так, оглушай теперь. Да, молодец. Оглушил, как бог. Оглушение просто. Ну, хоть что-то. Но сейчас, правда, кто-то втерпит. Да, двое втерпят. Теперь сейчас еще может отъехать. Блин. Это очень плохо. Амар, ходи. Ну, хоть что-то, хоть как-то отличил. А, заживление. Серьезно, да? Блин, на пятерочку. Это вообще мало. Твою мать! Серьезно, пристальный взгляд еще с таким дамагом. Что у тебя там, минус 20 к урону еще даже? Нет, тут полюбасу надо лечиться. И тебя еще тоже надо лечить. Тебя надо глушить, гадину. Когда-нибудь мы тебя убьем. Да, тут надо было снять урон. Минус 20, который... Вы налево, а? Вообще мизерно. Жесть, короче, происходит. Надо успеть убить. Смещение это не так страшно, хоть и неприятно. Вы налево, ну серьезно. Концентрируемся, короче, на уроне. Глуши. Почему ты не глушишься? Что за фигня? 13 здоровья. 13 здоровья. Как снять 13 здоровья? Успеем ли снять 13 здоровья? До того, как нас телепортирует или расщепит насмерть. Супер. Главное, чтобы этот не отъехал, Амар. Фу, а так я уже упарился стрессовать. Так, Амар, живи. О, как он себя любит лечить. Твою мать, серьезно?
долбаная хрень. Это жесть какая-то. Просто жесть. Он еще нас телепортнул. Он трясется за свою драгоценную шкуру, эта почка недоросшая. Твою мать! Я при смерти омаром, этим. И все из-за того, что я не могу ничем полечиться, потому что у меня уже нечем лечиться. Я уже думал, что мы победили. Сейчас будет смешно, если он умрет. Перси, а? Перси, живи. Я не знаю, как тебе выжить. Главное, чтобы тебя сейчас не ударили. Это этот урод. Я его оглушу. И надеюсь, он тебя не тронет. Да, супер. Супер. Но это просто. Уже на последнем издыхании. Активируем. Жесть просто, конечно. Это было сложно. Да, это было весьма непросто. Что вы тут получили? Знаток бухты внезапный. Устойчивость. Плюс 15 лечащие навыки в лагере. Но крайне напряженный походик. А, у нас 14 доступно. Все меньше и меньше доступно. И вот, наконец, темное сердце мира открыто. И мечу, и поклонению, да? Быстрое сердце тьмы у нас последнее осталось. Кстати, я же могу дом лесника Вталова улучшить, отлично. Ну хорошо, у нас удалось таки это сделать. Удалось зажечь этот сигнальный огонь. Ну а что дальше будет, посмотрим в следующей серии на этом же. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.